Привет, друзья! С вами Алекс из Египта. Сегодня мы направимся в аквапарк «Титаник», расположенный в Хургаде. Популярный курорт солнечного Египта, и животных встречают миллионы гостей. В Хургаду прилетают погреться на солнышке, угоститься восточными пряностями, побродить по местным колоритным рынкам и, конечно, вдоволь насладиться водным отдыхом. Зарядиться энергией водных развлечений можно в большинстве отелей, которые разместили на своей территории аквапарки для экстремальных спусков и спокойного релакса в гамаках. Аквапарки Хургады очень популярны, и их стремятся посетить каждый, кто прилетает отдыхать в Египет. Отель уже своим названием намекает, что скучно в нем не будет. «Титаник» – современный гостиничный комплекс на второй линии курортной зоны Хургады. Территория вокруг бассейнов утопает в зелени, что выгодно отличает «Титаник» от своих конкурентов. И наверняка придется по вкусу туристам, которые не особо жалуют постоянное нахождение под открытым солнцем. Аквапарк располагает на своей территории около 20 водных развлечений для детей и взрослых, а также длинную искусственную реку для рафтинга по всей зоне отдыха. Активный отдых на воде приятно изматывает организм, заряжает авантюристов на новые подвиги и пробуждает адское чувство голода. Быстро подкрепиться и продолжить египетские приключения можно в барах у бассейна, а затем погрузиться в бассейн с бокалом именного коктейля от бармена. Что предлагает аквапарк «Титаник»? Маленьким постояльцам отеля понравится миниатюрный спуск для рафтинга, который повторяет взрослые адреналиновые приключения на воде и гарантирует полную безопасность при спуске. Для взрослых в аквапарке предложено экстремальное погружение в воду с высоты скрученных косичек. Захватывающее свободное падение, внеорбитное космическое приключение, парные спуски на рафтах и многое другое. Посетить «Титаник» можно за $35 для взрослых и за $20 детям от 2 лет. Thank you.
Нам везет.